Школьники из юго-восточных районов Татарстана собрались в Заинске на зональный этап военно-спортивной игры «Зарница». 9 команд в составе 15 человек состязались в интеллектуальном конкурсе, а также показали уровень физической и военной подготовки. Видов соревнований у нас много. Плавание, стрельба, разборка-сборка автомата, бег 60 и 1000 метров, физическая подготовка, подтягивание и отжимания, метание гранат, то есть полный комплекс, можно сказать, и ГТО, и военно-прикладного вида спорта. Команда кадетского класса школы номер 21 города Альметьевск во главе с Камилой Галимовой впервые участвует в зональном этапе конкурса. Девушка признается, что быть командиром очень непросто. Бывает слишком сложно. Справляешься с этим, потому что команда тебя поддерживает, и все получается. Только сферой в меня, моей команды. Несмотря на юный возраст, участники игры показывали высокий уровень подготовки в каждом из заданий. Газы. По количеству набранных очков складывался личный и командный зачет. Команда победителей соревнований отправится на республиканский этап военно-спортивной игры «Зарница». Ирина Смирнова, Денис Ипатов, новости Заинска.